Участковый из Вышнего Волочка стал победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Народный участковый 2019». Наши коллеги из ТРК «Вышний Волочок» подготовили сюжет о буднях сотрудника полиции. Для горожан участковый – это единственный представитель МВД, которого они знают лично. Его работа всегда на виду, поэтому добросовестно выполняющий свои обязанности сотрудник полиции имеет хорошую репутацию в народе. На службе участковых уполномоченных полиции отдела МВД Вышневолоцкий состоят 32 человека. Основными задачами службы является профилактика правонарушений и преступлений среди населения. Особое внимание уделяется проверке ранее судимых лиц, недопущение совершения ими преступлений, так как данный аспект является очень важным в повседневной жизни. На страже закона и порядка поселка Красноармейский и Лужниковского сельского поселения стоит старший участковый уполномоченный полиции Константин Бобков. Много очень времени проводится в дороге, в машине, вот, потому что мы работаем, то есть как бы не только именно по Красному Маю Лужникова, у нас также имеются еще участки, это Садовое, Солнечное сельское поселение, и Борисовское, и Коломенское сельское поселение. Рабочий день Константина, как и у коллег, начинается с оперативного совещания. Затем он выезжает на административный участок. В его компетенции много обязанностей от проверки жалоб на шумных соседей до расследования серьезных преступлений, когда необходимо подключать сотрудников следственных органов. Однако главной своей задачей Константин Сергеевич считает профилактику преступлений. Я стараюсь лично, чтобы мой личный телефон и рабочий, ну, знали и всегда говорю, чтобы мне звонили. Ну, вот, потому что иногда какая-то консультация просто нужна, даже, ну, просто юридически. То есть стараемся гражданам помочь, то есть, как бы, ну, особенно пожилым и прочим, предупредить. Работа занимает у молодого человека много времени, но, как признался сам Константин Бобков, удается уделять внимание любимой работе и своему хобби. Жизненная гармония достигается благодаря тому, что человек занят своим делом, которое приносит удовольствие. Мне нравится то, что работа подвижная, и мы как бы не сидим на месте постоянно. Ну и общение с людьми, то есть как бы молодому сотруднику, в принципе, да и, то есть как бы, это мне больше нравится. То есть работать именно с людьми и вот эта вот подвижность, то, что, ну и различные ситуации. В этом году Константин Бобков стал победителем второго регионального этапа ежегодного всероссийского конкурса «Народный участковый 2019», проводимого МВД России. Он набрал большинство голосов по итогам онлайн-голосования и вышел в финал. Третий этап конкурса пройдет с 1 по 10 ноября.